Всем привет! Сегодня мы меняем покрышку на переднем колесе велосипеда Keles Fanatic 10. Мы поставим покрышку Schwalbe Marathon и покажем, как это быстро и просто можно сделать, потому что у многих возникают проблемы с установкой этой покрышки. На мой взгляд, очень мало информации по поводу того, как это можно просто сделать. Покрышка, которая у меня стоит, это Schwalbe Marathon 622-28. Она узкопрофильная, я на ней проехал уже 11 тысяч километров. В принципе, на ней можно и дальше ездить, но я решил поменять ее заблаговременно, чтобы никаких проблем не возникало. Снимаем переднее колесо. И уносим велосипед. Откручиваем защитный колпачок. Вот эту вот гайку. Пускаем давление. Дальше с помощью лопаток, не обязательно фирмы Schwalbe, можно любые использовать. Аккуратно, чтобы не повредить камеру. Вот этой вот стороной. Цепляем покрышку и фиксируем возле спиц. Берем вторую лопатку. Очень внимательно, чтобы не повредить камеру. Потому что бывает лопатка, ее могут заживать. И снова фиксируем возле спицы. Ну и уже с третьей лопаткой мы таким вот образом снимаем покрышку. Многие умеют снимать покрышки без лопаток. Но мы сейчас говорим не о том, кто умеет, а о том, как надо. Кто-то делает ремонты в квартире с отверткой и плоскогубцами. Освобождаем покрышку от камеры, вытаскиваем камеру. Снимаем покрышку. Берем новую покрышку и обращаем внимание, что на многих покрышках есть стрелочка, обозначающая направление движения покрышки. Rotation. Значит, в этом направлении должна крутиться покрышка. Берем обод и одеваем покрышку на обод. Дальше камера. Сначала вставляем ниппель, одеваем гайку. Если вы первый раз одеваете покрышку Schwalbe Marathon, я вам очень рекомендую одевать перчатки. Перчатки нужны не для того, чтобы не запачкать руки, а для того, чтобы не стереть ладони. Когда вы будете непосредственно одевать вторую часть покрышки. Я когда первый раз одевал покрышку Schwalbe Marathon, вот эту, на которой я проехал 11 тысяч, то я в кровь стер себе ладони. Дальше мы посмотрели, что камера стала ровненько. Чуть-чуть ее еще можно теперь приспустить. И теперь существует два способа. Либо с помощью лопаток, либо без помощи лопаток. Начинаем от ниппеля. Максимально возможно садим покрышку на обод. И вот здесь вот сюда возникает с этими покрышками проблемы, потому что
Она здесь имеет металлическую проволоку, и тяжело ее посадить на место. Поэтому мы упираем покрышку в пол и начинаем ее сгонять. С этой стороны зафиксировали. Вот так. Все. Вот мы надели покрышку без помощи лопаток. Дальше покрышку надо обязательно распрямить. Так, чтобы вот я ориентируюсь по вот этой светоотражающей ленте, чтобы она была плюс-минус везде одинаково одета, чтобы когда вы накачаете давление покрышку, чтобы она равномерно вращалась и ее не била. Дополнительно обязательно вот здесь вот проверьте, чтобы нигде не выглядывала камера. Чтобы в процессе вращения колеса камеру не зажало между покрышкой и ободом, ну и чтобы она у вас попросту не лопнула. Вот здесь видно, да? Гаечку подтянули. Все. Еще раз перед тем, как вы ставите колесо, на всякий случай проверьте, в какую сторону оно будет вращаться. В данном случае у нас колесо будет стоять вот так, и стрелочка вращения указывает на ту сторону. Теперь осталось накачать колесо и установить его на велосипед. Но я уверен, что большинство зрителей нашего канала умеют это делать. Там ничего сложного нет. Всем пока! Обязательно посмотрите наше видео о том, как правильно подобрать покрышку на обод, как правильно выбрать диаметр покрышки и ширину покрышки, минимальную и максимальную. Ссылочка в описании.